когда он пришел в Казахстан, перед ним открылись сотни новых дорог. Готовы к любым испытаниям и любым условиям. Готовы меняться сами. В горах, в степи, в городе. Мы везде дома. Поэтому новый «Фортунер» – истинный сын Казахстана. «Тойота Фортунер», рожденный в Казахстане. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 4 человека. Так, авария произошла на углу улиц Толстого и Казыбек-Би. Здесь столкнулись автомашины Mitsubishi и Opel Vectra. Оба автомобиля двигались в одном направлении по улице Толстого. И Mitsubishi, водитель которой не соблюдал дистанцию между автомашинами, врезался в Opel, когда тот притормозил возле перекопанного участка трассы. События такие на перекрестке яма. Ввиду дорожных работ видно. И «Опель», значит, черный, проехал, резко остановился. Ну, яма существенная. «Mitsubishi» въехал в него на скорости. Люди не пострадали. По словам местных жителей, строители прокладывали здесь трубы и вместо асфальта засыпали дорогу землей, которая после дождя просела. По словам же горожан, только за прошлый день здесь в аварии пострадали 3 автомашины. В этой аварии никто не пострадал. Сумму ущерба и точные причины ДТП выясняют дознаватели административной полиции. На этой же улице Казыбек-Би спустя час полицейские зарегистрировали еще одно дорожно-транспортное происшествие. Здесь в аварии пострадали Mercedes-Benz и Toyota Camry. По словам очевидцев, автомашины двигались во встречных направлениях, и столкновение произошло, когда водитель Mercedes-а резко повернул влево. От удара Toyota вылетела на обочину. На место аварии приехали специалисты дорожно-патрульной полиции. По словам полицейских, водитель Мерседеса управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Его сотрудники полиции отвезли на освидетельствование в наркодиспансер. Сейчас, кто виновен в ДТП, разбираются полицейские. Мерседес помещен на штрафную стоянку. Другое ДТП произошло на углу улиц Асанбая Аскарова и проспекта Республики. Здесь столкнулись ВАЗ-2114 и еще один автомобиль, который до прибытия нашей съемочной группы был заключен на штрафстоянку. Вторая автомашина своим ходом доехать до стоянки не смогла. Ее полицейские собственными силами убрали с проезжей части. Сейчас подробности происшествия выясняют дознаватели административной полиции. В этом ДТП никто не пострадал. Надо.